не принимаются отмазки. Подпишись на Саске. Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Пью-пью-пью. Я люблю Майнкрафт. Так, сейчас. А я люблю Абобу. Привет, Абоба. Привет. Сейчас я себе выберу красивую аватарку. Ой, там была такая крутая аватарка, я ее просрал. Сейчас. Я охуенная. Серьезно, типа. Сейчас, ограничение 8 человек. Абоба. Абоба. Как? О, пригласительная штука. Так, Андрюша, приглашаю тебя. Спасибо. Абоба. Абобу можешь пригласить? Абобу, ну, к сожалению, нет. Но, надеюсь, зайдет сам Абоба. Угу. Так, у нас команда. Пятерка, Остермайн, Корявый, Саски, Обрубок, Боттер, Лайтс, Хуяйц, Мистер Ека. Так, и... А, все нормально. Так, все, начинаем? Так, подожди, а какие ты настройки сделал? Обычно ходы все. Время текст, обычно. Рисунок, 8 человек. Ну, я думаю, да. Все, тогда нормально, давай, расходимся. Так. Бля, я забыл придумать. Значит, белый медведь какает мухоморами, блядь. Фух. Я не знаю, пацаны, я просто закрыл глаза, и у меня эта картинка. Фух. Ну, надо было сначала придумать, а потом... Так, ладно. Летящий крысик без ноги. Бля. Ну, короче, крысик выглядит вот так вот. Вот. И у него розовый хвостик. Вот. И он, короче, в облаках летит. Вот облака. Вот тут облака. Вот тут вот это облака. Так, у крысы розовая пимпочка на носике. Глазки такие черные. Вот такие вот. И есть нога number one, нога number two, нога number three, и одной ноги нету. Это важно. Это важно. Я прям покажу, что нет ноги. Так, крыса летит, облака, нет ноги, все. Все, изич. Это не крот, это крыса. Тут очевидная крыса. 100% крыса. Это не крылья, это уши. Все нормально. Все нормально, это легко читаемо. Если подумать больше 5 секунд, это читаемо. Алмазную кирку жарят на сковороде. Алмазную кирку жарят на сковороде. Я бы так красиво не нарисовал бы, кстати. Но это легко, это легко. Может быть, куда-нибудь закинуть специальную руину? Руину надо закинуть специально. Так. Парк аттракционов для 100 кпсных пацанов. Как нахуй я это должен нарисовать, блин? Короче. Это колесо обозрения. Это колесо обозрения. Здесь хатки. Такие колбочки. Крутятся. Блять. И, короче, стоит 100 кпсный майнкрафтовский чувак. Блять. Вот. И он, короче, у него одна рука прямо, а вторая рука, смотрите, вот так вот. И вот так, типа он ей машет. Типа он ей очень быстро машет. И в этой руке меч. Алмазный.
Он ей очень быстро машет, как в аниме, знаете, эти линии. Вот. И еще есть американские горки. Они вот так на заднем плане делают. Я не могу это сделать лучше. Это невозможно. Тиктокер с в целом ничего нового. Что, блядь? Что, блядь? Так, сейчас я знаю, мне Игорь рассказывал, сейчас самый популярный тиктокер выглядит вот так. Так, это этот... Короче, который говорит, восхищаешься моей эстетикой. Вот этот вот, блядь. Короче, тут у него кубики, блядь. Тут сиська. Тут еще сиська. И тут еще кубики. И тут, короче, кубики, блядь. И он, короче, я не буду слова писать, но как бы слово «фу» — это не слово даже. Так что он будет говорить «м-м-м, фу! М-м-м, фу!» Как бы вот фу, фу, поняли? Вот, тиктокер. Ну все, нормально. Ну я не знаю, но если бы я написал эстетика, то ну как бы... Знак тиктока, блять, как он рисуется? Короче, вот это залупа. Вот, я не... Ну вот так, я не... Я точно не помню, как выглядит знак тиктока. Вот он. В квадрате. Парочка. Парочка на пляже. Пляже. У одного. Нет, нет. У них ноги. Ноги растут из головы. Сразу. Изич. Изич, изич, изич. Катка изич. Кысик делает бэкфлип на ба... Блять, кто это нахуй придумывает, блять? Так, батут. Это батут. Вот так выглядит батут. Вот он стоит. Вот, и, короче, ну, он натянут. Он натянут, это батут. Вот видите, да? Тут натянуто. И кошка, кошка делает бэкфлип. Значит, как она это делает? У нее вот хвост есть. Вот это лапка кошки. Вот это тоже лапка кошки. Значит, это тельце кошки. Вот, вот это ушки кошки. Вот. И она, короче... Ебашит вот так, блять. Вот, типа делает бэкфлип. Вот, и это, короче, кошка с оранжевыми глазами ведьмака. Вот. Все понятно, мне кажется. Алло, привет, Андрюша. Алло, я опять гнилого дал, я извиняюсь. Так, ну что, мы начинаем? Ну давай. Вчера Андрей Остер мне ВКонтакте стримил, как он какает, кстати. Да-да, это было смешно. Так, начать. Поехали. Ну, первый пятерка. Смотри, белый медведь какает мухоморами. Бля. Да-да, так. Ну, это что это, по-твоему, медведь вообще? Так.
Это какой-то свинья идет к большим горам и срет грибом в горшке. Вот это красивое, вот это красивое. Крыса? Какая, блядь, крыса? Блядь, все, это руинер. Ека просто пиздец, блядь. Просто пиздец. Крыса вкидывается мухомором за деньги. С мини-хуем. Кайф. Ладно, ладно, нормально, хорошо. Так, давай. Остермайн. Шоколадная клавиатура. Так. Ну, кстати, да, ну, возможно. Ну, окей, почти да, 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 я да, думаю, да. Плитка шоколада. Ага, блядь, с пробелом и центром. Ага, ага. Я угадал! Я... Самолет летит в две больших шоколадных плитки. Я угадал! Блин, охренеть! Я думал специально заруинить. Саски подглядывал. Вот так, я самолет смотрел, летит в две открытые шоколадки. Саски, ты поглядывал. О, ты подглядывалщик, реально. О, да. Да это мистер Ека руинер специально. Он руинил, вы видели? Ека сначала рисовал нормально, а потом стирает и рисует. Итальянская медуза в парке аттракционов. Чего, блядь? Так, парк. Ясно, буквы написал. Так. Парк аттракционов для 100 КПСных пацанов. 100 КПС, потому что много рук. Вот, смотри, у меня КПСики разгоняется рука. Видишь, как это я так нарисовал? Да, да. Майнкрафтер пришел нападать на... Что, блядь, Чернобыльск? Чернобыльское колесо обозрения. Да, я понял, понял, понял. Майнкрафт чел курит рулеточку. А, крутит рулеточку. Бля. Кек. Хорош, ладно. Хорош, окей. Так. Кот на батуте. А, почти до конца дошло, кстати. Бан. Так, кот на батуте. Напишет, что лиса скрин. Рыжий кот. А, не, смотри, прыгает на батуте. Совсем ёбнулся. Ничего себе, у тебя котяра получился нормально. Так. Оранжевая кошка прыгает на батуте. Так. Кошки трехцветные, корявый. Так. От это прыгает. Крысик делает бэкфлип на батуте. Я нарисовал, смотри, идеально. Вот крысик, вот бэкфлип, все, да. Все на месте. Только у тебя кошка, да это ладно. На что? Ну крысик, нормально, крысик. А крысиком не послышал. Крысик, крысик. Так. Летящий крысик без ноги. Так. Вот крыса. Вот отсутствие ноги я подчеркнул стрелочкой. Что Ека? Красная стрелка указывает на писю крысика, который умер ангел. Красная стрелка показывает на крысу. Блять, Ека, ты уволен. Они просто все подглядывали. Бля, крыса и красная стрелочка. Что я сделаю? Ну что? Кек. Хорошо. Так. Пожарка. Прожарка алмазной кирки. Все, понял, 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 понял. Так. Так, алмазную кирку жарит на сковородке. Ну, понятно. Ну, да, дело. Да, да, нормально. Так. Саска. Да, нормально, нормально. Ну, почти дойдет, наверное. Должно дойти. Но тут очевидно. Mm-hmm. Алмазная кирка жарится на плите. Нормально. Ека сейчас... Это хуй новая механика. Хуй нарисовал. Так. Тонкая алмазная кирка висит над сковородой. Так. Ну, висит, ну ладно, окей, 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 все равно. Почти дошло, прожарка кирки осталась, читается. Да, да. Так, лайтс хуяйц. Соня обоссалась после просмотра токийского гуля. Ладно. Я почти угадал, кстати. Так, так, так. Грустный тиктокер описывался и плачет, возможно, и горяво. Тиктокер, в целом ничего нового. Так, я нарисовал вот этого, который говорит: сигареты фу, алкоголь фу, знаешь? Да, 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 да. Восхищайся моей эстетикой! Бля, либо он подсмотрел, либо это, ну, я гений. Либо я гений, реально. Ну, тиктокер, тиктокер остался. Угу. А, началось-то с Sony вообще. Шли 50 негров по пустыне. Так. Так, так. Хорошо, хорошо.
негры на пляже, а на них светит солнце. Блять, я сейчас про... вспомнил про шутку про темнокожих. Значит, стендап уровня Веры Котельниковой. И там еще какой-то чел выступает, типа он популярный, и он говорит этот самое... Вообще, мне, говорит, непонятно, почему все коричневое называют черным. Вот, например, хлеб черный, но по факту он коричневый. Угу. И вы знаете, типа, компания Coca-Cola, типа, ходил какой-то факт по соцсетям, угу, что Coca-Cola изначально зеленая, но она коричневая. Все молчат такие, но это, типа, была проверка материала, все молчат. И он такой говорит, блять, ну типа у нас интеллектуальная комедия типа Кока-Кола похожа на говно. Я думаю, ёб твою мать, куда я попал, блять? Что за? Пиздец, блять. Хоть раз в жизни бы они пришли, блять, к нам, блять, на этот самый, на стендап на СП, блять, они бы там просто в ахуе остались, блять. Что за хуйню ты вообще? Андрей Устер, до свидания и всего доброго, очень хорошая шутка. А, уже закончилось? Да, всем пока. Прикольно сыграли. Я чики-бамбони, до-до-пицца.